Всем привет, салам алейкум. Сегодня у нас очередной видос, но не по ремонту. Сейчас я вам покажу, как можно сделать деньги практически на ровном месте. Без никаких затрат, и вы будете после этого улыбаться. Смотрите, сегодня с Рустиком приехали сдавать катализаторы. От Камри 35-ки 2 штуки. Один уже мы вскрыли. Так, сейчас второй разрежем. У ребят здесь в СТО есть специальный аппарат, который делает рентгеноскопию, да, или как называется? XRF-анализ. XRF-анализ катализатора. В общем, все без обмана, все по чесноку. Положим этот катализатор в аппарат. Он произведет XRF-анализ. И потом посчитают нам сумму. Примерно уже озвучили, два катализатора от Камри 35-ки выйдут где-то 70 тысяч тенге. Все, ждем. Минимально. Это тоже катализаторы, ребят. Керамические от фуры. Ну, почему-то в них вот примеси металла очень мало. Не знаю. Большие, но стоимость выходит маленькая. Так, процесс извлечения закончен. Вот два катализатора. У нас железные, не керамика вышли. Надо купить ёба. Так, ребят, вот 1,4 килограмма, да, как я понял? Два катализатора. Вот вышла стоимость 7 тысяч. Нам хорошие ребята чуть накинули и дают 80 тысяч. В принципе, Руслан вас устроил это? Конечно. Он, видите, я уже вижу на лице его улыбку, доволен. Сейчас. Кстати, ребят, вот он, XRF-анализатор. Как я понимаю, сюда ставится катализатор, закрывается, он сканирует и уже выводит здесь на экранчик состав примеси, все, что в нем содержится. От этого анализа зависит сумма. Здесь забивается программа, как я понял, да? И вот сюда показания. Свинец, платина. Платина, палладий, родий. Родий, вот они металлы основные. Платина, палладий, родий. В этом катализаторе палладия не было. Все понятно. Вот, ребята, обращайтесь. Сейчас я вам подскажу, где эти ребята находятся. Вы можете прям приехать на своей машине. Они вам произведут извлечение полностью. В общем, у них тут оборудованное СТО. Ребята толковые. И сварка, и кемпи. Все у них присутствует. И нужен даже, если автоген, и автоген есть. Все очень быстро произошло. У нас буквально за 10 минут два катализатора вырезали. Поставят вам обманку. Вытащат катализатор, поставят такие кольца обманки, пламя-гасители. Все заварят. И, в принципе, я думаю, отличия никакого не будет. Ребят, вот их номер, обращайтесь. Я серьезно очень рад, мне понравилось, очень быстро и очень грамотно работают. Находятся они, получается, пивзавод, перед пивзаводом заправка Гелиус, заезд в гаражи. И сразу вот этот вывеска гаража, увидите, баннер такой. Все, всем пока-пока, ставьте лайки, задавайте вопросы. А в следующий раз, скорее всего, мы будем продавать катализатор с этой Мазды. Пока-пока.